Всем привет! Всем привет! Привет, YouTube! Герой истории. Пару видео я о нем снимал. Вот нож трекер. Я еще раз его взвешу. Сколько он весит, получается, в нынешнем виде. 619 грамм. 620 грамм. Убираем. Я сделал маленькую модернизацию. Я скажу плюсы и минусы использования. 103 грамма весит ножны. Ну и где-то выходит сколько, 517 грамм сам ножик, да, 515. Так, все, с этим закончили. Смотрите, нож, ну, нормально, в принципе. Конечно, я его не использовал, честно говоря, в хозяйстве. Вот, и так и осталось загадкой, правда, для чего же все-таки его использовать. В принципе, да. Ну, мне нравится. Ну, нравится такое. Во-первых, он не сертификатом, не противоречит требованиям государства. Все-таки вот это большой угол, да, который не дает возможности делать его колющим оружием. Ну, наверное, по крайней мере, да, в случае чего можно таскать. И, ну, как-то так вот никакой эксперт не признает его ХО, тем более, что есть на него и сертификат. Нормальный, хороший нож, предназначенный для, там, не знаю, рубки, чего-то. Ну, может, для свежовки не очень удобный. Ну, по крайней мере, это суть разработки трекера, это уже другое дело. Вот претензии, на мой взгляд, претензии возникли к ножнам у меня. Ну, некие. То есть, сами по себе ножны неплохие, нормальная, хорошая, добротная кожа сделанная. Ну, в принципе, достаточно такой толстый кусок, завернутый, вставлена вставочка, прошита, сделаны две петли, ну и зажим. Ну, я попробовал его носить как положено, да, сзади на поясе. Ну, и получается что? Получается то, что, в принципе, я им, по-моему, писал, не помню, писал, ну, мне никто ничего особенного не ответил. И, по-моему, я выражал уже какое-то свое некое недовольство. Вот смотрите, суть дела какая. То есть, на мой взгляд, то есть вот эта петля, ну, как минимум, но чтобы сделать эту петлю, нужно тогда разрезать вот эту вот штуку, открыть вот эту кожу и сделать сюда еще одну петлю. То есть, в идеале сюда, наверное, как минимум нужно две петли, дабы разгрузить, или вот эту петлю сдвинуть сюда. Почему? Потому что получается из-за специфичного центра тяжести, он сам по себе тяжелый, но центр тяжести, даже если учесть, если нож был легче бы, он бы это легче воспринимался, но поскольку нож тяжелый и центр тяжести у него здесь, да, то сюда получается при весе его там 500 грамм, ну, больше даже, ну, скажем, 600 грамм, чтобы понятно было. То есть здесь пополам 300 сюда, 300 сюда распределяется. Если сюда сдвинуть, то сюда получается, ну как раз 300 грамм, вот, который дает рычаг. И выходит что? Выходит, когда вы его одеваете вот сюда, то есть он начинает вот так вот свисать. У него рукоятка провисает сюда, это первое. Второе, в принципе, поносив его так, ну что скажу, ну в принципе удобно, нормально, он не болтается, но очень непривычно. И мне кажется, что вот именно вот такие ножны, вот для него как вариант, да, как бы такие, то есть обычные классические ножны для ножа трекер, где он вот лежит так, здесь дополнительная такая херовина, куда там какой-то точильный камешек, лучше, наверное, какой-то маленький алмазный брусочек, нормальная петля, чтобы он висел вот в таком положении, потому что нож все-таки тяжелый. И в таком положении он висит неудобно. Но как минимум нужно вот эту петлю сдвинуть вот сюда до максимума. Или сделать здесь две петли. Вот. Чтобы, по крайней мере, если бы вот он бы висел бы вот здесь. То есть, что нужно сделать? Нужно таким образом, чтобы петля вот эта была строго на центре тяжести. Вот центр тяжести у него вот даже. Ну, получается, да, где-то вот здесь. Вот как раз. То есть вот если ее сделать сюда, максимально сюда вот до краю, и здесь сделать вот эту вот петлю, то будет нормально.
Взял их там кусок кожи, черного у меня такого не было, коричневый, думал, ну, что бы как бы приспособить. Хотел сделать здесь, в принципе, вот прошить просто сюда и сделать здесь вот такую вот петлю. И здесь как-то ее закрепить. Ну, не стал делать, потому что думаю, ну, все-таки, как это сказать, в плане вот так сделать, я все-таки рукожопый. Но в плане, например, что-то там мозгом осознать и сделать что-то правильно, я могу. Но в плане, вот, скажем, сделать... Вот, чтобы идеально было, как вот, ну, как положено, как фирма, как завод делает. У меня не получится. Думаю, сейчас начну делать. Нафигачу каких-то там непонятных таких соплей. Вот, и выйдет черти что. Думал, крутил. Ну, все смотрю, думаю, эти, ну, ножны для трекера. Ну, вроде бы где-то нашел даже, где-то мне попалось там, в принципе, изготовление. Ну, при том, что я там, скажем, купил нож. Ну, 6 тысяч, наверное. Сейчас, по-моему, дороже стоит. Сейчас, наверное, где-то, может, под 10 уже. Вот. Ну, такая приемлемая цена. И потом начинаешь обрастать. То есть, вот такие вот ножны хорошие, кожаные, самодельные. Ну, в принципе, я бы, наверное, если долго возиться, я бы, наверное, сделал бы и сам бы. Ну, просто нужно найти хорошую кожу, специальный инструмент, валики там, насверлить дырки, специальные вот эти вощеные нитки, все. Ну, в общем-то, при... отсутствие инструмента и должных навыков, это работа, наверное, такая достаточно трудоемкая. Вот. И сделать нормальные, обычные, классические ножны. Я нашел где-то ножны, которые в интернете, там, по-моему, предлагают люди, ну, такие вот, для трекеров, ну, или для таких вот ножей. Ну, 3 тысячи стоят. Ну, кожаные. Ну, хорошо, мало или много? Мне кажется, много. Ну, может быть, и ничего, может быть. Они сделаны неплохо, ну, 3 тысячи все-таки, как бы, и начинает нож обрастать какими-то прибамбасами, тем, всем, становится все дороже, да, в принципе, и то, что для нас вот воспринимается как вещь утилитарная, начинает становиться вещь какой-то. Ну, и единственное, что я думал, ломал голову, думал, ну, что же так сделать, да, ну, по крайней мере, когда вот таскаешь его сзади, да, вот думаю, ну, первое, с одной стороны, получается, нож должен находиться, ну, все равно в состоянии какой-то определенной готовности. Вот. А с другой стороны... Сейчас. Ладно, не буду это совать. С другой стороны, вот этот вот страхующий хлястик, вот, при том, что практически вес 500-граммового ножа висит на вот этом, ну, не на очень мощном таком кожаном ремешке, и на обычной заклепке. Ну, в принципе, я говорю, ну делали бы, ну, две, да, тогда, вот, как бы, сразу изначально. То есть, хотя бы вот эту вот, одну сюда, да, чтобы можно было так зацепить и так зацепить. Ну, чтобы вот здесь он фиксировался. Ну, вот отсюда хлястик сюда, на двойном перекрестном страховочном. Потому что вот когда ходишь, ну все время такое ощущение, что, в принципе, сейчас куда-то побежишь, прыгнешь, он нахер вывалится, потому что, в принципе, вся нагрузка вот приходится на вот этот хлястик. Но он его держит вроде бы, но все равно на нем висит. Короче, ну и думал, вот сейчас он как-то здесь нормально. Единственное, что вот пришло в голову, думаю, ладно, сделаю, что, в принципе, внешний вид не ухудшает, ну вот так вот можно было бы сделать. У кого трекеры, ну, такие, может быть, кто-то там спрашивал. Вот что я сделал. Вот видите, я туда, ну, практически вот на всю длину, вот сюда, такой большой, намазал 88 клеем и вклеил туда вот старой варежки. Кусок кожи с мехом. То есть вот, получается. Думал, вставить резинку, как-то сделать какое-то уплотнение, прочее. Чего не пробовал, получалось все... Ну, не совсем так, да, например, так же, как на кукре, на Фоксе, там у них там такой резиновый уплотнитель и прочее, ну, не получается. Поэтому вот думал, и что могу посоветовать, вот, вставил туда, потому что ножны еще широкие, да, он за счет вот этой своей формы, он требует свободного вхождения, потому что сначала у него входит широкая часть, а потом это, ну, отсюда, как, конечно, простая логика. Такой нож носить горизонтально, ну, не очень разумно. Это, я бы даже сказал, что это как-то совсем даже неразумно носить такой нож горизонтально. То есть такой нож должен вот висеть здесь вот на этом основании и спокойненько упираться
Вот так вот. Тогда под такую хорошую широкую петлю, чтобы этот нож висел на поясе. Ну, если уж очень нужно, такая петля, чтобы висел на поясе, и дополнительная такая, чтобы если куда-то крепить там, на снаряжение моли, на пояс, на ремень, еще что-то, в таком положении, в сяком положении, ну дабы. Может быть, если у вас там боковые части ремня там чем-то заняты под какое-то другое оборудование, ну, чтобы можно было разместить. Вот. Поэтому эти ножны, конечно, конструктивно сделаны нормально, красиво, но в плане утилитарного применения они все-таки, мне кажется, безграмотные. Ну, блин, через жопу сделано, честно говоря. Потому что я говорю, как минимум петлю надо сдвинуть сюда, до центра тяжести, вот как минимум, да? Но если кто-то может, то, конечно, в принципе, просто есть смысл разрезать этот шов, открыть вот эту штуку и поставить сюда еще одну дополнительную петлю. Тогда будет во. Он будет висеть именно так, как надо. То есть он вот эта часть разгрузится. Ну, я пока вот, как это сказать, не пришел к этому выводу. Надо, наверное, все равно. Это нужно вот, в принципе, шили машинкой. Вот это прошивали, судя по всему. Не сверлили и не вручную стежки делали, а прошивали машинкой. Вот. Ну, естественно, у меня такой машинки нет. Ну, в общем, не знаю, как шили. Ну, судя по всему, это вот не ручное сшивание, да, а машинное. Поэтому, если отдать какую-то мастерскую, может, ремонт обуви, и поставить задачу разрезать, сделать такой же шов, и вставить сюда еще одну вот такую же петлю сюда, тогда будет нормально, да, нужно будет уравновешенный. Но поскольку, в принципе, даже к этому выводу я не пришел, не знаю, где мастерские, там сын знает, я не нашел обувь ремонта, они бывают, появляются, исчезают, да черт его знает, где они хорошие, где плохие. Даже понятия не имею, где, честно говоря, находятся мастерские по ремонту обуви, где могут вот с такой вот работой справиться, не знаю. Поэтому, вот видите, вставил туда меховую варежку, ну такой нормальный, такой хороший кусок кожи, ну насколько его туда сумел впихнуть, намазал клеем, приклеил к той боковине, вот потом, ну здесь немножко вот волосы режут, обрезал, чтобы ничего не торчало, ну можно даже вот сюда вот сделать, ну наверное нет смысла особого, потому что здесь уже вот расширение рукоятки, то есть получается я сделал специально под вот этот вот срез, и вот что мы получаем, то есть раньше было, ну, в принципе, он вообще болтался, а сейчас вот видите, вот он как входит, вот, вот усилие прямо, он так тык-тык-тык-тык-тык, да, тяжело, он так входит тяжело, вот, идет помеху. Ну, то есть, по крайней мере, вот есть вот какая-то степень удержания, и за счет вот этого ворса варечного он там не вываливается, вот, получается, вот здесь вот, вот этот мех, ну, практически под основание, даже чуть выше, то есть реально его можно даже убрать больше сюда, вот этот мех, туда засовываешь нож, и за счет силы трения и того, что он там не болтается, ну он там хоть как-то фиксируется, вот. А вообще получается, когда одеваю, я еще стараюсь вот эту вот штуку зацепить за пояс, потому что думаю, ну если уж он вывалится, вот, то, по крайней мере, хоть вот эта штука его как-то там подстрахует. Что, в принципе, тоже глупо, да, потому что, ну, как обычно известно, даже если вот как бы раз отстегнул и вытащил, а потом начнешь дергать, вот, и она сбросится или нет, неизвестно. Она там раз, да, как бы, и фиксация за пояс, хотя я вот сделал вот такой вот несложный механизм, просто дырочку, и здесь вот такой вот вырез. Здесь никакой фиксации намертво нет. Вот она устроена вот таким вот следующим образом. Мое ноу-хау. Насколько оно эффективно. Ну давай, что-то там. Втискивайся. Поворачиваем сюда, сдвигаем сюда, ну и в принципе вот оно держится. Ну целая проблема, да, вот эту херовину там засунуть в эту дырочку, но если как следует потянуть, то сорвется, конечно, или дернуть. Или я беру просто
засовываю ее за пояс и вот так вот перекидываю. Ну, чтобы, по крайней мере, за тугой ремень, чтобы рукоятка тоже имела там точку фиксации. Ну, в общем, вот все, что хотел сказать. Кто пойдет по моим стопам, да, и у Атропоса будут заказывать вот эти ножи, ну, напишите им, что вот эту петлю нужно сюда сдвинуть. И что вообще, в принципе, я говорю, имеет место быть сдвинуть сюда петлю, а здесь сделать вот такую вот нормальную штуковину, да, сделать петли сюда и сделать петлю сюда, чтобы нож имел возможность фиксации в двух положениях, вот таким горизонтальным на поясе или методом подвеса на ремне. Потому что, ну, тяжелый нож, и вот получается, что вот видите, когда они сделали петлю сюда, вот центр тяжести, то он перевешивает сюда. Ну, то есть, ну, люди как-то делали, видно, но не эксплуатировали его, не носили, да, и явно не додумали, да, какие-то конструктивные особенности. А сам нож, ну, нормальный, ничего, хороший, ничего ему там не случится. Хотя я, собственно говоря, там дрова для костра им и не заготавливал. Я вообще удивляюсь, да, в принципе, вот заходишь в сосновый лес, там масса там поваленных деревьев, там спиленных, засохших таких. Ну, там есть в нашем лесу есть такие бревна, не знаю, там, ну, по метру в диаметре. Я просто как-то там взял топор, взял томагавк, думаю, интересно, там смогу я вообще там топором-то его порубить. Ну, начинаешь сначала как бы весело. Ну, наверное, если это делать постоянно, жить в деревне там лет 30, колоть дрова, наверное, потом привыкаешь, наверное, к этому, движение точное, и мышцы, наверное, определенным образом там формируются, да, как у кузнеца там или там дровосека. Ну, начинаешь долбить, да, долбишь, ну, продолбил там, ну, 5 сантиметров, ну, 10 сантиметров, да, такую штуку. Ну, я понимаю, вот такую ветку, да, какую-то там топором перерубить, ну, вот такую ветку ножом, ну, расколоть там чушку такой этим ножом можно. Ну, взять там полметровое бревно, например, да, и от дерева спиленного какого-то там отрубить там метр, кусок в метр. Ну, да, я же топором замучаюсь это делать, а нужно топором там поработать, я не знаю сколько. Ну, вот такую, наверное, сосну какую-нибудь разрубить топором нужно, наверное, определенное время, а сосну полметра, метр в диаметре. Ну, это вообще возможно или нет? Ну, наверное, в принципе, что русские люди, собственно говоря, в тайге, да, строили гулаг с помощью пилы и топора, и говорили, им говорили, ну а что, хотите жить, строите, не построите, зимой замерзнете и сдохнете, приходилось строить. Я понимаю, что, наверное, можно. Ну вот современному человеку это сделать очень тяжело. Я понимаю, пилу, берешь пилу, ну пилишь, но если пила хорошая, хотя бы одноручная, да, ну как-то пилишь. Лучше всего, конечно, берешь бензопилу. И бензопилой все это хорошо и быстро спорится. Бжж распилил. Ну вот. Вопрос, если у тебя бензопила есть, то как бы, ну, что там особенного такого с этим ножом? Эти ножи хороши, правда, для буша, буштрав. Там, где, наверное, такое полупустынная местность, где масса сухих ломких веток. Ну, чтобы действительно что-то заострить, там, ну, порубать, прочее. Ну, наверное, да, можно с помощью этого ножа, можно, наверное, в общем-то, сделать копье, можно сделать какие-то коли, можно, наверное, ловушки сделать. Можно, наверное, да, сделать что-то такое нормальное, ловушки на зверей, на людей, там, еще что-то, какие-то там, не знаю, ямы с кольями. Да, вот с помощью такого ножа. Ну, маленькую деревеньку, наверное, можно построить из тростника. Вот, ну, с нашими деревьями, с таким ножом справиться очень трудно. То есть, я пробовал, ну, естественно, нормальную такую сосновую кругляк таким ножом нифига не разрубишь. Ну, обычные такие, ну, обычно она чем хочешь рубится. Она рубится томагавком, кукри, да и обычным большим ножом, мачете, ну, топором все равно получается, топором орудовать удобнее. Ну, топор просто с собой никто не будет носить. Вот так вот, просто без надобности. Это однозначно. Даже если, скажем, в каком-то военно-тактическом смысле, да, никто не будет носить топор, потому что уже ясно, четко, как бы уже однозначно. Да, и потом идет спецгруппа, где-то остановились на
в лесу, да, там на какой-то ночлег, ну, предположим, они там вообще, скажем, не подразумевает вообще полную скрытность, да, когда, ну, пользуется, самое простое, взял, достал газовую горелку, подогрел воду, там, бросил пакетик какой-то, там, супа растворил, поел, попил горячего чая, ну, и все, достаточно, чтобы резервы организма там слегка пополнить. Ну, если уж там делать костер, да, и там фигачить топорами, прочее, как зори здесь тихие, ну, так никто не будет делать. То есть, для этого существует нормальная обычная пила, там, которая раскладная такая, большая, как нож, типа сог, еще что-нибудь, что получше. Ну, что вот разложил, там, вот такая пила, в принципе, любой кругляк, ну, сантиметров, я не знаю, там, в 20 в диаметре, можно этой пилой отпилить. И коренья, и все остальное, чтобы бам-бам-бам, да, то, что там на... полкилометра, километр на два, там стук топоров разносится, ну, чисто туристически и тяжело. Ну, туристы, у них там свои задачи. Туристы, наверное, если там группа какая-то большая идет, кто-то палатку несет там на четверых, скажем, кто-то топор, кто-то котел. Ну, не знаю, давно уже как бы не нахожу общего языка в больших группах разношерстных людей, тем более, что люди все разношерстные, тараканов в человеческих головах все больше и больше. Если в молодости люди думали, как бы там туристы, да, набухаться, поебаться, то сейчас, наверное, все там обсуждают политику, и там такой темный лес, такая как бы дремучая непроходимое болото, да, из пропаганды и бредовых идей, что, ну, вообще труба. Поэтому этот нож, да, наверное, в принципе, с его помощью можно построить тростниковую деревню. Ну вот, к сожалению, да, вот эти вот ножны, они, как это, все ж таки некая печалька. И до сих пор я так и не знаю, я им написал, но ответа не получил. Вот, если написать, может быть, попросить, сказать, ребята, могли бы вы сделать вот ножны немножечко, ну, другие там, да, ну, может, в принципе, может, как старому клиенту, может, они сделали бы какие-нибудь ножны. Ну, попробую, но пока что как бы обратного ответа, ихнего особого желания возиться нет. Они, наверное, делают там, ну, какие-то такие небольшие партии, буквально один, может, два, три ножа, то есть сделали, положили, в принципе, да, и их, им отходить от какого-то там смысла поточного производства, наверное, для них сложно. Вот. Ну, а за 3000 заказывать где-то там, пусть пересыл, но обойдется там в 3-3,5-4 тысячи какие-то ножны по индивидуальному чехол, по индивидуальному проекту, ну, дороговато. Ну, я смотрю то, что вот люди предлагают как индивидуальная работа, это уже больше похоже на то, на нормальный чехол для ножей. Ну, то есть, в принципе, вот то, что делает, кто там, Крис Риф или кто, я не помню, кто там, тьфу ты, забыл. Ну, вот этот чувак, да, который делает оригинальные ножи. Ну, оригинальные ножи Buck River, который делал, по-моему, они перестали делать, там, 500 баксов стоит, а тот вообще, по-моему, что-то там, не знаю, 1500 или 2000 долларов за такой оригинальный трекер просит. Ну, это много. В принципе, если бы мне приходилось бы там выбирать нож там за 1000 баксов, я бы взял бы себе этот Medford, нормальный какой-нибудь хороший, лучше даже два Medford'а. То есть один такой в стиле этот USMC, ну, а другой там еще какой-нибудь, да, в каком-то там таком стиле Bowie. Но мне как-то вот лично мне Medford'ы офигенно нравятся. Они, правда, стали все реже и реже попадаться и стали стоить все дороже и дороже. Ну, не за 2000 долларов же там оригинальный трекер. Ну ладно, всем пока. Все. В общем, если у кого-то что-то получилось с ножнами умное, или кто-то нашел местечко, где можно заказать хорошие ножны, но не такие все-таки вот, ну, как бы бестолковые ножны, для вот этого трекера Atropos Knife, вы мне черканите. Может, у кого-то есть положительный опыт. Или как минимум, я говорю, кто-то нашел способ добавить сюда вот дополнительную петлю. Ну, даже не знаю, как вот ее сюда добавить. Ее, наверное, можно было бы и вот отсюда, вот здесь вот просто, если отдать в мастерскую, вот здесь бы ее пришили бы, сюда пришить и просто пустить, не раскрывая, не потроша ножны, просто пустить ее вот так вот сюда, вот, через всю длину. Вот, и была бы такая здесь вот петля, чтобы она проходила, то есть здесь все зашил, но она здесь все равно ездить будет. Получается, что уровень
не знаю, но здесь вот все равно, вот видите, смысл какой, да. То есть получается, что сделать петлю сюда, она получится, она будет как бы на 2-3 миллиметра выше подниматься. То есть, в принципе, их нужно делать, чтобы они были, ну, как бы по линейке, четко, собственно говоря, ровно. И она будет сюда съезжать. Но возникает вопрос, а как его тут закрепить? Ну, то есть, в принципе, ну, можно, конечно, там взять, просверлить там маленьким этим сверлышком, просверлить несколько отверстий, пропустить сюда какую-то вощеную нитку и эту петлю здесь сверху прикрепить. Вот. Ну, как минимум, да, потому что, ну, вот я его ношу, и у меня все время возникает такое ощущение того, что, ну, как бы идешь там, потом привыкаешь к тяжести и начинаешь переставать ощущать, да, что у тебя там тяжесть есть или нет. У меня такое ощущение, что если начнешь где-то интенсивно что-то прыгать, где-то там перелазить через что-то, а если там на самом деле вот вы ходите не час-два по лесу, да, просто вышли прогуляться, а там 3-4 дня, неделю, то вероятность того, что через там 2-3 дня после где-то там продирания по веткам, бурелому, да, если где-то в воду попадете, да, если чехол намокнет и так далее, что в принципе этот нож отсюда вывалится, и вы там через пару дней окажетесь с пустыми ножнами, да, приделанными к поясу, так, да, на медведь. Медведь появился из лесу, так вот, раз, там, где мой там нож, сейчас буду я там отмахиваться, раз, а там ни хера нету. То есть, в принципе, нож-то был сделан, предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях, ну, таких, оффроуда. А ножны, ну, совсем не в дугу, не совсем не в дугу ножны. Ну, все, пока всем.